Всем привет моим подписчикам, гостям канала. Хотел показать такую клумбу. Вот такой имеет вид буйство зелени. Спирея чередуется с барбарисом. Вот. Здесь можжевельник. Вам нравится вот такая спирея? Ну, как растение мне нравится. Ну, давайте я досчитаю до 5, а потом вам покажу то, что есть на самом деле. 4, 5. Теперь давайте посмотрим на фоне такое, казалось бы, хорошо растущее растение. Вот смотрите, после прострига получаются такие кустики. Очень хотелось бы обратиться к заказчикам и кто-то в частном порядке занимается. Не ведитесь на то, как растет растение. Делайте так, как правильно. У меня заказчик умница, женщина, понимает в этом, но сказала, что из-за производственной занятости она не может уделить должное внимание. И о чем хочу сказать. Вот, казалось бы, сверху акитам, все растет, все хорошо. Теперь смотрите, что внутри. Вот смотрите. Это очень тонкие, наполовину уже отмершие побеги. Видите как? Вот это нормальные побеги. Но обратно же, на 1/3. Смотрите. Вот все идет без вообще даже просвета зеленого. То есть даже вот отмирает уже. И вот только вот здесь вот, ну, на высоту вот я выбрал. Вот здесь вот только зеленый прирост получается. Внутри, смотрите, вот все вот такое вот тонкое. Вот оно тонкое. Это не куст. Это просто зеленая масса. Нам нужно, чтобы был куст. Я не стригал овец, который просто бы простриг бы, и оставил бы такое зеленое пятно, да? Как бы есть еще совесть и профессиональный подход. Вот смотрите, можно было, да? Простричь, и пускай такой зеленый коврик будет. И все будет хорошо, да? Ну что будет со временем? Видите, вот казалось бы. А кусты сомкнулись, потому что их никто не стриг. Может быть, вначале и стригли, а потом перестали. Теперь их надо выделять. И мне, честно говоря, все равно, и заказчик со мной согласился. В том плане, что пока сейчас они будут вот такие. Видите? А потом, со временем, наберут вот этот куст. Вот примерно куст. Примерно стандартный. Смотрите, 1/3 только лишь. И то даже снизу там есть. Вот стандартный хороший куст спиреи. Тут, где был барбарис впритык, тут же прочистил, видите, тоже вот. Вот такие залысины есть, которые не дают расти. Здесь же кусты. Видите, получается, вот они. Здесь все сухое. Ничего не хочет выбиваться, потому что оно не может. Поэтому давайте будем подходить правильно к тем, кому мы приручили или посадили. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.